Режим шпиона включен. My life is my life. Сегодня очередной заход в Sam's Club. Для того, чтобы наполнить холодильник. Не, оно дзынькнуло, но не упало. В таком плане ты думаешь, может быть, да? Ну, конечно. А кукурузные палочки мы в прошлый раз купили или нет? Вот мука. Голд вот этот. Подожди, подожди, Катаринка, давай, Зайка, я ее аккуратно положу, чтобы ты не выпачкалась. С нее может сыпаться. Зай, большой пакет берем голда. 4,98, 12 лб. Офигеть можно. Ну, смотри, как мы модно сделаем. Это было бы хорошо, чтобы не пачкаться в массу. Но, смотри. Где у нас штрих-код, чтобы мы потом не переворачивали? Блин, жалко, что здесь. Я вижу, что здесь, но я ж не могу его поставить. Класс. Вау. Она, короче, разобралась, что можно лежать. Угу. Мне кажется, она еще должна немножко, запить конфетки. Она освоится. А я кукурузных палочек хочу. А то, что изволил заказать. Она понимает, что можно полежать. Покрутиться. Она хочет смотреть. Смотри, что это за зайчик. А, это поваренок какой-то. А? Поваренок какой-то. Угу. Так, я хочу кукурузные палочки. А? Поехали. А мы их в прошлый раз брали или нет, я не помню. Я думаю, брали. Все представьте, что и там есть. Там мне глаз зачесался. Возьмем, короче, на всякий случай, да? Не, по-моему, читосов мы не брали. Так давай с другой стороны подойдем и возьмем, как все нормальные люди. Не, так мы подойдем, но мне кажется, там вообще эти соусы стоят. И вот книги, Зайка, беги, беги. Да не соусы, книги. Ну, сейчас посмотрим. Все с малышами. Ну. Стой, с Катаринкой, я пойду палочки возьму. Да? Три раза. Так, а что вот это за байты? Читос байт. Доритос. Не понял. Так, это мы должны взять, я так понимаю. Окей. Это тоже типа каких-то кукурузных палочек будет. С белым чеддером. Это хорошо. Берем такой, значит, один. Раз. Доритос у нас, по-моему, есть. Но вот я же говорил их. А, вон они. Читосы, читосы. Кукурузные читосы. Возьмем вот такой. Опа. Для просмотра кино. Так, это у нас все есть. Для Катаринки, наверное, возьму рафлсы. Она любит. Ой, сверху. Рафлсы там. Цена не видна. Ну, короче, это все в пределах $4. Раффлс. А, лейсы, по-моему, у нас есть. Пойду поищу Скитлс для Антошки. А, вы уже? Ну что, это новое? Да. Ну хорошо. А, Катаринка, я тебе раффлсы взял, вот такие. О, ты ж любишь их, да? Да. Не, Зайка, книжку давай ты носи лучше в руках, чтобы она не помялась, не побилась. Но давай, где Skittles и M&M's? Дайте проехать. Ага. Она хочет, чтобы ей что-нибудь вкусненькое купили. Угу. Давай, бери другую, не надо. Не, может, тебе показалось. Да. А может, там уже и штуку открыли и поели.
как он показывали, мороженое лизали. Все? Так пошли сразу на разворот. Покажи, Катаринка, что за книжку ты взяла? Игу. А, так это не эти твои, которые вон пикири эти, да, или? Нет, и сюда за новое книжку не вышло. Ну вот, а ты говоришь, нету. Вот стоит какая-то собачья радость. Не будем ей показывать, а то затребует, да? Как Антонский тоже. Так, ну что, на самообслуживание. Вот, предлагаю встать где-то вот в районе этих каких-то касс. И стоять, и смотреть, кто быстрее. Да. Короче, вы стойте здесь, я буду стоять здесь, а там разберемся, да? Сфотографировал. Миллион фотографий. Пришей липку маленькую и все. Так а почему ты там не застегиваешь так, как с этой стороны? Может их перешить по высоте как-то? Так, в соревновании по выгружанию, по выгрузке тачки выигрывает моя очередь. Чик. Чик. Ура! Ура, наша тачка свободна, класс! Можно начинать готовить платежные документы. Блин, почему? А, кстати, уже сделали в iOS фишку, которая будет позволять разблокировать телефон, если находится у вас рядом часы. Можно разблокировать будет телефон, когда часы рядом. Сейчас нам все это поклинят, и мы будем все это дело загружать. Больше по размеру собачку сюда сунуть, но, блин, если как-то, блин, сложить несколько раз, потому что... Давай, переходите, пожалуйста, на ту сторону, я буду вам подавать. Так, сейчас мы все это сканируем. Подожди, Катаринка. Так, сейчас нам скажут приветствие. Привет. Привет, я. Я получила номер 3, я думаю. Так что, не то что-то взяли? Вы можете сходить и взять другой. Сходите, нет, посмотрите. Нет, там не здесь. Будет других. Катаринка, ты уверена, что не надо сходить посмотреть? Не, я уже смотрела. Не-не-не, вот туда, наверх. Не, дай мама пускай держит. Это сверху ставь. Так, малинка. Три малинки ставь, одна на одну. И смотри, как у меня стоит, и делай так же. Так, сырок. Сырок за малинку. Творожок. Подожди. Творожок же мы взяли? Because we tried.
авокадосы. Там, творожку, Катаринка. Так, ты ее ставь в уголок туда. Водичка. Опа. Все, а сейчас ставь наверх, зайка. Да. Ставь муку наверх. Так, поехали. Скитлсы. Есть. Все, это в уголок начинай составлять. M&M's. Это наверх. Не, наверх я имел в виду банка на банку. Да, все хорошо, все правильно, Катаринка. Все, два молочка. К стеночке, ага, молодец. Саке. Два винограда. Грибочки. Можно наверх. Помидорки. Еще одни помидорки. Зайка, вот здесь вот смотри, помидорки, помидорки последние. Хорошо. Так, яичко. А где у яичка штрих-код? Вот. Яичко. Давай, зайка, знаешь, как сделаем? Подожди. Вот сюда, под помидорики. Угу, молодец. Хорошо. Так. Чесночок. Держи. Брокколи, шмокколи. Огурком. Мяско. А вон туда, вон, к винограду. К винограду, зайка. Так, и пошли бейглсы любимые. Раз. Два. Три. Один какой-то холодный. Так, и все это надо отшлифовать чипсами и кукурузными палочками. Так, держи. Молодец. Все, тележка пустая. Я просто вот так. Итого 193. Осталось только заплатить. Да, немало. Все, сейчас мы заплатим, а потом с вами продолжим наши разговоры. Молодец. Какая ты у меня умная. Книжка. Welcome. Катариночка, надо, чтобы ты очки тоже брала. Итак. Шугар уже наполовину вылазит из рюкзака своего. Первый поход в магазин Шугар, считаю, официально окончен. Да. Практически освоилась. Ну, она, видишь, под конец почему-то начала опять скулить. Может, она немножко устала. Тебе надо Шугар. Ой, короче, с заводом малыша у нас столько хлопот добавили. Хорошо, что памперсы не надо покупать. Хотя салфетки, да, иногда надо. Почему, Катаринка, ты говоришь, почему спрашиваешь, что добавилось в работу? Ну, смотри, пока лесенку выбрали, пока, блин, туда-сюда. Раньше можно было просто в магазин сходить, а сейчас, блин, все я должен делать. Раньше можно было просто поспать сколько хочешь, а теперь нужно подрываться и по времени кормить. Ребенка, да. Потому что старшие дети могут себе еду добыть, а могут и не добывать, подождать, переиграть в планшетах. Зай, мы еще заедем сейчас по дороге в Доллар Три, потому что нужно бейсик купить. Давай. Ну это на минутку буквально. Что, говорить прощальную речь? Ну да, на этом наш влог подходит к концу. А вы были на канале? Наша жизнь в Америке. Вот, Катарина, молодец, подключилась к семейному делу, к бизнесу.
пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, приходите к нам на распаковку и увидимся на канале. До встречи, пока-пока. Пока-пока. Маленькая вставочка, магазин Доллар 3. Это, ну, вы наверняка уже знаете, что это за сеть магазинов. Короче, аналог 99 центов. Все за доллар. Ну, частенько тут бывает и не все за доллар. Особенно после, или вернее, так скажем, во время карантина все немножко поменялось. Даже в центах стали товары часто появляться дороже доллара. Упаковки уменьшились. Ну, в общем, сейчас зайдем немножко тут быстренько глянем. Надо купить пару дезодорантов. Украшение к Пасхе. Так, а мне надо. Опс. Мне надо вот в этот отдел, наверное. Ну, в общем, пасту можно за доллар купить. Мы как-то показывали, у нас на канале было видео именно про этот магазин и именно про пасту. Вот такой дезодорант очень вкусненький, очень сладенький. Я сейчас возьму сразу несколько. Так, и парочку вот таких, и будет хорошо. Все. Вот такая маленькая зарисовка из Доллар 3. Hello. Thank you. Thank you, Tom. Have a good day. Почему-то карточка через чип не читается, читается через NFS, непонятно. Вроде должна и так работать.